Террористические атаки в Ираке. Взрыв прогремел в казино на востоке страны. Сообщается, что бомбу привел в действие террорист-смертник. После этого взорвался автомобиль на парковке рядом со зданием. Погибли по меньшей мере 20 человек, еще 50 ранены. А в Багдаде боевики захватили заложников в торговом центре. СМИ сообщают о гибели 19 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». И в эти минуты из Ирака приходят срочные новости. Агентство «Рейтер» передает, в пригороде Багдада взорван автомобиль. По предварительным данным, погибли 7 человек.